В связи с продлением режима повышенной готовности в Карелии до 11 мая Министерство экономического и промышленного развития ввело новые рекомендации в сфере розничной торговли. Социальная дистанция для покупателей должна быть увеличена с 1,5 до 4 метров, а время нахождения посетителей в торговых объектах необходимо ограничить. Рекомендовано увеличить режим работы торговых объектов с 7 утра до 24 часов, чтобы максимально по времени растянуть потребителей. Также можно воспользоваться услугами интернет-магазинов, либо организовать доставку продуктов на дом. Это позволит снизить количество социальных контактов. В строительных магазинах также вводится новое правило – вход только в маске, не забывая про дистанцию. Мы уже отработали с торговыми объектами, им рекомендовали из расчета торговой площади вывесить объявление, то есть количество, и также предпринять организационные мероприятия. Допустим, в некоторых магазинах впускают только с тележкой либо с корзинкой, количество которых ограничено. И только соблюдение дистанции, такой социальной, безопасной, позволит сохранить жизнь и здоровье наших граждан.